использовали почти весь кислород. Каждый глоток воздуха, каждую молекулу кислорода ищем везде. На Землю можно вернуть только одного. Мира, прием. На самом деле, когда во время подготовки к фильму вместе с продюсерами Сергеем Михайловичем Сильяном, с Бакуром Бакурадзе, с режиссером Климом Шипенко, мы думали о том, какой должен быть герой. Потому что понятно, что сейчас много снимается патриотического кино, где есть такие плакатные герои, и нам хотелось немножко отойти от этой плакатности. Мы хотели показать людей. Ну, у нас два героя, в принципе. Один вот, главный герой, Владимир, в нашем фильме Федора, что он на самом деле живой человек, что у него есть свои переживания, свои проблемы, что он человек с какими-то своими уникальными мыслительными способностями. Ну, он такой обычный человек. Но когда дело доходит до дела, он может сконцентрироваться и проявить самые лучшие свои способности. И второй герой, которого играет вот Павел Деревянко, прототипом является Виктор Савиных, он такой человек-умник, такой знайка, который собирал эту станцию, который знает там каждый винтик. Он, в принципе, не военный человек. Пап, привет. Привет, дочь. А ты где? На небе? Точно, на небе. А ты скоро вернешься? Я помню, что я плакала на первом просмотре. Я вообще-то не ожидала, а потом оказалось, что куча людей сидят и плачут. Колебания сохраняются. Машина идет жестко, но уверенно. Мне кажется, нужно показывать людей в их многогранности, с их сомнениями, переживаниями, с их, но при этом любящих родину, любящих свой народ. Это, мне кажется, сейчас вот за такими героями будущее кино, так скажем. Никто и никогда на орбите не стыковался с неуправляемым объектом. Я думаю, что такие фильмы, они очень важны, и чем больше будет популярности таких фильмов, тем больше их будет впоследствии. Потому что понятно, что все кинематографисты, они в первую очередь еще обращают внимание на аудиторию, на то, как аудитория реагирует на кино. И если будет поддержка фильма, то это вдохновит кинематографистов на новые фильмы. Это будет очень полезно для всех. Станция подачи кислорода сгорела. Дышать нечем. Надо их возвращать, черт возьми. НАСА назначили старт Челленджера на 30 число. Хотите сказать, что они собираются украсть нашу станцию? Дорогие зрители, на сайте «На благо мира» можно проголосовать за фильм «Салют-7». Пожалуйста, проголосуйте за наше кино.